Доброго времени суток! Приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим торец. Там был нанесен удар по командному пункту ВСУ. Сколько-то там погибло их. А кого-то отвезли в Дружковку. Вот что тоже интересно, по дороге-то есть Константиновка, но отвезли их вроде как в Дружковку. Дальше, в тыл. То есть я так понимаю, что ВСУ боятся, что в скором времени боевые действия начнутся в Константиновке. Ну, просто очень странно, да, перепрыгнуть через довольно-таки большой город и увезти туда дальше. Ну, давайте посмотрим Торецк. Прилеты в город. Прилетает боевые действия уже совсем-совсем рядышком. Наши Клещеевку зачищают. По-моему, Курдюмовку взяли, да, то, что там как бы севернее к Бахмуту. Но все равно идет туда вот движение в ту сторону. Что там сейчас в Торецке происходит? О, кто-то кого-то обманывает в Торецке. Обман, кража. Кто-то, наверное, собрался делать ноги из города. Ну, а местные жители вынуждены только наблюдать за происходящим и не в состоянии что-то изменить. Медитировать. И не более того. Но все понимают, что грядут перемены, и они будут. Они неизбежны для города и для жителей. Поэтому, в общем-то, к этому готовятся. А так... Пока идет в основном работа, каждый на своем месте занимается работой потихоньку, люди стараются что-то заработать, всем нужно выживать, поэтому каждый занимается своим каким-то делом. Ну и город сам более или менее цел еще. Серьезных каких-то разрушений, как я понимаю, в городе еще нет. Хотя там куда-то прилетало, но надеюсь, что это где-то все-таки по окраине, а не в самом центре. Ну, давайте посмотрим, что будет, как будут складываться дела в ближайшие пару недель. Ну, до середины где-то декабря в районе Торецка, вот на этом направлении, да, в самом Торецке. Время я говорю условно, потому что сейчас вообще ничего не понятно, что, когда и чего будет происходить. Да, идет движение потихоньку к переменам в самом городе. Оно идет медленно, через определенные потери, но идет. И скоро в городе можно будет услышать приятные новости. Для кого-то, может, приятное, радостное, для кого-то нет. И, в общем-то, будет идти серьезная подготовка к боевым действиям, которые и где-то в это время могут начаться. Я говорю, опять же, приблизительно. Я не утверждаю, что именно вот так. Сейчас время движется вообще хаотично, что ли. Вот. Поэтому точное время никто не может сказать. Но боевые действия где-то в том районе скоро начнутся, на том, во всяком случае, направлении. Но будут и какие-то договора, либо с администрацией города, либо с ВСУ, не знаю, там потом посмотрим, но что-то будет такое. Но пока еще вот до середины месяца серьезных боевых действий не будет в самом Торецке, но где-то на подступах вполне возможно, что уже будет... Ну, более слышно. Прилеты могут быть, поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны.
Ну да, какие-то планы будут выстраиваться. Но город будут стараться все-таки сохранить. Но, во всяком случае, наши ребята будут прилагать для этого все усилия. Начнет становиться жарко. То есть где-то в середине декабря начнет раскручиваться ситуация с боевыми действиями. И вот эта вот ситуация еще раскручивания, еще вроде как ни туда, ни сюда, оно может до конца года затянуться в районе Торецка. Давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСУ, когда начнутся боевые действия в районе Торецка. ВСУ будет предлагать сложить оружие, но, скорее всего, ну, может быть, уйти, но, во всяком случае, постараться решить этот вопрос по-другому, не в боевых действиях, но командование не очень-то будет этому рада и этому способствовать. И, соответственно, скорее всего, будет командование предпринимать все меры, чтобы не допустить вот этого договоренности о сдаче оружия. События начнут развиваться очень быстро. Все равно ВСУ придется делать выбор, потому что сила будет большая противостоять им, а они не очень-то смогут ей сопротивляться. Тем более все уже устали, все вымотаны. А у России подходят новые подразделения, новое вооружение. Что там еще будет? Да, ресурсов будет недостаточно для ВСУ, поэтому сопротивляться они особо не смогут. Ну, удар по командному пункту уже есть. Ну, скорее всего, конечно же, будет организован какой-то новый. То есть и туда командиров к этому времени могут подвести к началу боевых действий. Но это будет. Значит, будет еще один уничтожен. Вот. А солдаты будут стараться сохранить собственные жизни, потому что настолько все уставшие и измотанные, что сил просто нет. И в городе они тоже особо сопротивляться не смогут. Защищаться сами будут, но так, чтобы это было по-серьезному, не получится. То есть будут потери. Вполне возможно, будет приказ о том, чтобы все-таки сохранить подразделения, которые там будут находиться в районе Торецкой. И вот тут уже будут предприниматься многие вот действия. И вполне возможно, слиняет командование, а подразделения будут просто принесены в жертву. И будут уничтожаться с помощью артиллерии и другой техники. Сопротивление оказывать не смогут, потому что будет полностью блокировано. Давайте посмотрим, как будет в это время для российской армии развиваться события. Основные все боевые действия будет жарко, конечно, но они будут в основном все-таки проходить за пределами города, в полях. Вполне возможно, что будет объединяться несколько подразделений российской армии.
много будет использовано и своих ресурсов, но при этом и вполне возможно будет захватываться вооружение, которое было у ВСУ, которое они будут отставлять. Выслеживаться будет. Наши ж тактику сменили и работают тоже такими группами, как и ВСУ, поэтому будут выслеживать такие группы, уничтожать их. И очень много действий будет непредсказуемых и неожиданных для ВСУ. Потом вот эта вот конкурентная борьба туда-сюда. Ну, к сожалению, будут, конечно же, погибшие и раненые. Но опять вот карта, что боевые действия будут происходить, основные вот эти все горячие, все-таки за пределами города. Хитрость будет очень серьезно задействована, неожиданная. Но командование будет единое, и, соответственно, все будут вот под единым командованием слаженно работать. И в результате все закончится благополучно. Под серьезным контролем высшего командования. Во всех направлениях будут ребята работать и в воздухе, и на территории самого города будут работать наши ребята Ахмат. Ну, а так, как обычно, уже по стандартной схеме. Какие могут быть опасности в это время для самого Торецка, для жителей города? Ну, более или менее благополучно будет. Хотя сами по себе боевые действия будут активные и серьезные. Но городу удастся избежать серьезных проблем, острых таких совсем ситуаций. В основном будут проходить боевые действия за пределами города. Ну и вполне возможно, что будут договариваться. Тоже будут за пределами города и под контролем всего. То есть это будет очень жестко, и тут не забалуешь. Но боевые действия будут и будут серьезными. Поэтому нужно быть очень аккуратным и внимательным. Ну, а потом можно будет, когда все успокоится, и отдохнуть. Вот такой расклад получился на Торецк. На ближайшее время, в принципе, на декабрь. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.